Челябинск готовится к большой премьере. Совсем скоро зрителям покажут благотворительный спектакль «Поколение Маугли». Сборы от продажи билетов пойдут на лечение онкобольных детей. Куратор проекта Константин Хабенский сегодня снова приехал на Южный Урал, чтобы лично принять участие в репетициях. Подробности у Ксении Кузнецовой. Свободные волки рисуют граффити, а бандерлоги играют в баскетбол. В Челябинске проходит первая репетиция музыкального спектакля «Поколение Маугли» сразу на двух площадках. На первой площадке художественный руководитель Константин Хабенский рассказывает ребятам, как правильно выражать эмоции во время спектакля, как заставить себя смеяться или даже заплакать. На второй площадке хореограф и балетмейстер Николай Реутов разучивает с детьми танцы. Их будет очень много в постановке. Всего в спектакле примут участие 100 юных челябинцев. Все они обучаются в театральной школе оперения. И сегодня они разыгрывают культовое произведение Киплинга. Только на этот раз все действие пройдет не в джунглях, а на окраине большого города. На главную роль Маугли претендуют 5 юных актеров. С одним из них мы поговорили. Маугли – это мальчик, который живет во лжи. И он хочет избавиться от этого. А фальшивая она, потому что его родители, собственно, богатые и... Но вот он пытается избавиться, и он сбегает поэтому из дома и пытается найти свою правду. Ну и в итоге в конце спектакля узнается, ну, находит он эту правду, не находит, и в чем она была его правда. Кому-то нужно отдать, чтобы не мешало. Или сейчас, или потом. Ну не важно. Отдать. Сказать. Или... А он хотел играть с нашими. Собралась уже лица. Уникальность этого спектакля в том, что он не гастрольный. Каждые полгода он проходит перезагрузку и заново создается в новом городе с новыми актерами. Давайте послушаем. Каждый город привносит что-то свое. Мы либо это несем в следующий город, либо в следующем городе придумываем что-то свое. Какие-то реплики, какие-то мизансцены, персонажи, которые у нас появляются, тоже со своими характерами. Им приходится объяснять и договариваться о правилах игры. О правилах репетиции, о том, что такое репетиции, о том, что репетировать нужно на полную катушку. Это серьезная постановка серьезного спектакля. И поэтому к ним абсолютно серьезные взрослые требования. Все собранные средства с продажи билетов и сувенирной продукции пойдут в благотворительный фонд на лечение онкобольных детей. Тем самым юных актеров учат, что своими силами они могут сделать доброе дело. Когда мы узнали, что мы спасаем жизнь, нас еще больше вдохновило на участие в этом проекте. В них просыпается что-то такое очень глубокое. И это тоже огромный результат, который мы замысливали в самом начале. Показ спектакля «Поколение Маугли» состоится 23 июня в Театре драмы имени Наума Орлова. Всего представят 6 показов, и те они будут каждый день. Ксения Кузнецова, Айдар Насыров, ОТВ.